В Беларуси отмечается День пожарной службы. Ей исполнилось 169 лет. Подразделения огнеборцев по всей стране имеют современную технику и новейшее оборудование для работы в любых ситуациях. От ликвидации огня до устранения последствий техногенных катастроф. В среднем каждые сутки сотрудники МЧС спасают около 12 жизней. В лесах Беларуси за сутки нашли 3 заблудившихся женщин. Одна из них потерялась в Бобруйском районе возле деревни Думановщина. Сообщение о пропаже 37-летней жительницы поступило в воскресенье после полудня. Пропавшую отыскали спустя пару часов. В медицинской помощи она не нуждалась. В августе вырастут пособия по уходу за детьми до 3 лет. По сравнению с июлем размер выплат увеличится на 3%. За первого сумма составит 556 рублей 5 копеек, на второго и последующих 635 48, а на ребенка-инвалида чуть больше 714. В высших учебных заведениях начались внутренние испытания. В большинстве учреждений этап продлится до 2 августа. На платную форму без экзаменов прием документов закончится 8 числа включительно. Дополнительный набор на обучение за счет средств бюджета пройдет с 5 по 7. Всего вузы планируют принять свыше 53 тысяч абитуриентов. В 17 школах Могилевской области запланирован капитальный ремонт к новому учебному году. Бюджет около 11 миллионов рублей. Реновация коснется и 4 учреждений Бобруйска. Обновятся кровли, фасады, пищеблоки, спортивные площадки. Дедлайн – 20 августа. После будут выданы сертификаты готовности.